Юрий Юлианович Шевчук, солист российской рок-группы ДДТ, российский поэт, композитор и продюсер, руководитель театра ДДТ. Юрий Шевчук является лауреатом Национальной российской музыкальной премии «Овация», лауреатом премии «Триумф», обладатель титула «Лучший рок-певец года». Юрий Шевчук награжден медалью МЧС России участнику чрезвычайных гуманитарных операций, дважды знаком отличия МВД «Серебряный крест», дважды Александровскими крестами за службу на Кавказе, наградным знаком «Участник боевых действий в Чечне» и медалью за ратную доблесть. А в 2005 году Юрию Шевчуку было присвоено звание народного артиста Республики Башкортостан. Музыка и слово, мелодия – это все вместе. Во-первых, в русском языке имеется мелодия уже, она зашита в языке просто, абсолютно точно. И в рифме, и в размере, и это очень важно. Да. Это каждый музыкант понимает. И брать крутых композиторов, они тоже многие от слова отходили, отталкивались, да, там «Могучая кучка» в начале, там в 20-е, в конце 19 века композиторы тоже отталкивались от высокой поэзии. Ну и поэзия также, да, безусловно. Но это все вместе, ну как? Если ты не знаешь что-то в культуре, то ты, в общем-то, сам будешь, как говорят музыканты, просто лажать, да. Не знаю, меня так называли, и я, в общем-то, у меня есть какие-то песни, сделанные в этой форме, да, и в те времена, в 80-е, в общем-то, когда мы работали, не то что работали, а просто пели друзьям по квартирам, ты же один с гитарой. Я помню, в 80-х был на таких концертах и Кости Кинчева, и Цоя, и БГ, и многих-многих других, и, безусловно, Саша Башлачева, высоченного поэта, да, и барда, да. Можно и бардом назвать, можно и рок-н-роллом. Ну, то есть, как хотите, да. Меня заботит очень нравственно-этические вещи, которые происходят в стране. Например, злоба, злость, агрессивность. Огромное просто. Друг друга, начиная от блогов, кончая улицей. И я вижу, как некоторые лидеры некоторых партий и функционеры, бюрократия пытаются на этом играть. На зле, на ненависти и классовой, и расовой, и национальной, и социальной, любой, сексуальной, любой другой, конфессиональной ненависти, просто караул. Просто. Вот это меня очень заботит, не только меня одного. Но вот этого зла очень много, и это, к сожалению, растет. Вот как с этим бороться? Но мы в меру своих сил говорим, мы на каждых, на наших концертах напоминаем нам всем, что мы люди. Быть человеком – это очень сложно. Я по себе это знаю, но когда ты человек – это классно. Вот это ощущение, и никто тебе этого не скажет, иногда даже и сам это чувствуешь. Это очень высокое состояние духа, души и сердца. Вот чувствовать себя человеком просто. Прежде всего, начинается с самих себя, конечно. Зло неконструктивно. Зло, оно не имеет никакого творческого потенциала. Вот тоже очень важно. Об этом говорят и философы, и люди умные об этом говорят, и люди разных конфессий говорят об этом, что зло, оно не имеет никакого творческой энергии, никакой. Зло – это только разрушение. Когда мы озлобляемся, я сам очень вспыльчивый человек, но я пытаюсь себе это погасить и включить разум, сердце, потому что это очень важно нам всем. Зло, ну, – только добро. Как говорил Зощенко, у меня любимый его рассказ есть, где художник вышел из дома так, в мастерскую идет, настроение прекрасное, весна, все. И думают, сейчас напишу такую картину замечательную. Все. И люди будут просто плакать от этой доброты, света и гармонии, которую я выдам на гора сейчас, да. Ну, идет он в эту свою мастерскую, воробьишки чирикают. И вдруг из-под воротни собака, ва-ва-ва, на него, и он ее палкает. Начал всю эту собаку бедную сбил, приходит в мастерскую, сел у холста и ни одной мысли, просто все. Ну, это замечательный рассказ. Я его еще в юности прочитал, и думаю, это важно. Идя в мастерскую с самыми благими мыслями и намерениями,
и кого-то там избив по дороге, ты ничего хорошего уже не сделаешь, по крайней мере, сегодня, это точно. Я просто пытаюсь объяснять людям, что власть – это не есть государство. Это менеджеры просто, которых мы наняли до работы. Да. А у нас вот такое ощущение, что Путин – это вся Россия. Ну, неправда. Он часть, конечно, так же, как и мы с вами. Это очень важно осознавать. Мы все равны перед законом. И в беседе с ним я об этом говорил тоже, что мы все равны перед законом. И когда мы этого добьемся, у нас будет совершенно другая жизнь. Совершенно другая жизнь будет. Просто вот независимые суды, равенство перед законом, совершенно будет другая жизнь. И еще я об одном говорю. Вот меня много раз сейчас в последнее время спрашивают, то, что у многих такое революционное состояние духа. На кухнях уже люди уже, да, берут зимние, там, кребли и все. Это вы сами знаете, да. И может ли быть добро с кулаками? Я вот об этом так крепко задумался, и я думаю, что добро с кулаками – это и есть как раз концепция государства. Государство существует, и у нас почему-то так получилось, что мы помним только про кулаки, но мы не помним про слово «добро». У нас и государство такое получается, кулаки есть, а добра нет. А государство – это все-таки добро, но с кулаками, защищает граждан, да. Защищает стариков, малоимущих, так далее, но про добро забыли, остались кулаки, вот печально, это перекос страшный просто, это мы родили какой-то вот достаточно чудовище, и человек, имеющий власть, или там погоны, иногда он считает, что он просто, ну, истина в первой инстанции, это и масса несправедливости отсюда. И многие пытаются у нас сейчас жить за счет другого человека, за счет слабых, сильных, очень плохо, очень плохо. Все забыли про добро, мы забыли про добро, а помним только про кулаки. А история показывает, что это ведет к каким-то вещам очень суровым и тяжелым. Я говорю вот о добре с кулаками только в концепции государства. А вообще-то мы простые граждане, и вообще добро, может быть, оно всякое совершенно. Оно совершенно может быть и без кулаков. Если бы хоть строчка этой ночью получилась, в тишу шажок, бумага белая на столе. Все, что потерял я, отлюбил, что не свершилось, вырасти подстрочником зеленым на зале.